Понеслась! Блин, хороший был выстрел. А чё так слабо-то? Давайте огонь. Два пальца вправо. Вы будете стрелять или что вы там делаете? Зараза. Бля. Отбил! Отбил! Ха-ха! Вот ты ловкий! Но кривой! Все будут думать, что у тебя на затылке глаза. Реально круто! Белье, чай, журнальчики, билетики приготовили. Разная империя, ну ладно. Да там было ел. Ну это же тумач. Остальные команды по углам поехали! А твой почти спустился вниз, чтобы его налить. А, найдешь, не поднимаешь. Все, тогда сейчас 3 минуты. Мы можем это, как там? Честный спор. Ну да. Как бы проигравшие рискуют стать еще более проигравшими, а победители рискуют потерять преимущество. Подставы, снимай его нахрен. Башня, дом, вверх, вниз. Наша база, их база. Мертвяк, угол. Значит, смотри, что мы сейчас думаем. Задача Сени — выйти на самого сильного игрока противоположной команды. То есть либо Женя, либо Андрей. То есть смотри, мы будем доверять вашему выбору. То есть мы не будем думать, Андрей это или не Андрей. Вы впоролись в них, встали. И когда ты думаешь, что момент хорош, ты говоришь вперед. И мы, не жалея себя, идем флангом. Им валим их. Ну, умрем. Проходим, окей. Но, опять же, мы играем от тебя, ты играешь от него, он играет по своему выбору. То есть ты ядро нашей группы. Да! Далеко не отходи. Ко мне, сюда, давай. Стоим. Женя, мертвяк! Ко мне! Шаг вперед! Еще вперед! Все, кто меня слышит, оранжевые! Порядок, Сеня, контакт, ага. Где они? И все? Право. Один остался. Минус. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, все. Здесь. Сеня минус. Женя, башня. Отлично! Я промазал с него, так тихо промазал, Миша! Затягиваюсь послабей, и он замечает и прыгает.
себе под низом, спокойненько. Я Женю, знаешь, как промазал? Он вот так стоит, стреляет, не видит меня, я вот сам. Больше здорово, больше здорово. Он стреляет, смотрит на меня и вот так делает. И я не попадаю. Ну, молодец. Прям между ног. Я все время забываю, я забываю. Саш, не сильно стреляй. Я минус! Остался один! Что это? Я понял, что это точно другого сына. На первом каком? Там? Там, да, да. Значит, по команде пройдем по центру. Вот туда иди, на ту сторону. Давай, давай, давай. Направо. Сюда, 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 сюда. Обойди и по команде. Сеня, ждем команды! Вперед, вперед, вперед! Минус! И там хорошо, на самом деле, фигарит. Красавчик! Один вот высовывается так. Вот так вот. На пол груди. Большой стол. Дальше вышел. Ну дальше. Здесь выглянуло. Да, вот так. Время, вот так. Время, парень. Просить, взять руки. А если ты умеешь жонглировать? Ой, боже. Я так и не поняла. Отличная фотка, если сблизи отсюда снять. Чувак, только здесь подойди. Да ладно. Нет, это один стоит на защите мешка. Ну да. Забрать? Либо они уже поиграли три раунда, уже они не тупят, мне кажется. А что, они выиграли, по-моему. Они выиграли. Да, понял. Женя, наш угол, Женя, наш угол. Борьба, башку, один баш, башку. Ха-ха-ха! 15 секунд! У нас три подарки.
Значит, собираем все, подарки. Время, господа! Блин, я один заполонен. Я когда закричал Раша, кстати, когда мы? Женя пришел, вы Сеня? Занимаем башенку. Кто-то могли за Рашу. Я пошел. Одного Женю. Пробуем еще раз подарок. Вот сюда. Я пошел, сразу вот Макса сняли с дома. Как второй этаж. Да. Я говорил, что один. Можно попробовать. А можно и нет, можно поймать их на пробеге. Пытался, да? Давайте башню займем. Башню вообще вот этот весь, да, это весь край. Я не башню, я буду. Хорошо, я башню знаю. Хорошо, вот этот весь край занимай. Я с тобой? Да, ты со мной. Через башню. Ты тогда займи низ, да, под башню. Давайте все-таки подарки соберем. Вот их очень много по правому этому, но не все.